Михаил, а можно вам задать несколько вопросов вот по тренингу «Быстрые деньги в консалтинге»? Я нашла ваши детали у них на сайте, как консультанта. А вы хотите интервью у меня взять, да? Да. Хорошо, давайте пока... Я сейчас на остановке стою. Хорошо. Ну, в принципе, я готов, если это немного времени займет. Да, я постараюсь кратко, потому что вопросы, вот их я в четыре объединю. Первый вопрос, как первые 100 тысяч вы заработали? Выступал. Вы выступали? Да, я выступал, проводил семинары и продавал. Живые семинары это были или вебинары? Это были живые семинары. Живые семинары. Да. Интересно, здорово. Скажите, пожалуйста, а как вот первые клиентов вы получили? Первых клиентов я получил, опять же, с семинаров. Вот с этих живых семинаров? Живых. То есть живые продажи были? Да, и я посещал еще бесплатные мероприятия от конкурентов. А следующий вопрос о том, вот что сложно было и что легко было, когда вы начинали вот к первой вот так, этой, к этому рубежу первому шли? Было, понял. Было сложно делать звонки, легко было выступать, наверное. Ну, нет, хотя это среднее. Нет, наверное, легко было общаться с клиентами через интернет, как-то выходить на них, не контактируя с ними вживую. Вот, а живой контакт как бы вызывал затруднение тоже. Спасибо. Алло, вы меня слышите? Еще один вопрос, последний. Алло. Да, да. А последний вопрос о том, что вот какие советы начинающим, чтобы вы, может быть, каких ошибок избегать или что-то делать по-другому, например, исходя из вашего опыта? Так, вам, в принципе, отвечал уже на эти вопросы сегодня, и вот думаю, что-то нового сказать. Так, ну, во-первых, какие... могут ошибки быть и почему, может быть, это суть результата, потому что мы сделаем мало каких-то действий, вот, которые нужно. Вот, если мы даже будем делать очень много, то, скажем так, статистика сыграет нашу пользу. Вот, так что главное это много делать. Вот, да, дальше ничего не получится. Делать до результата, ошибки заключаются в том, что, ну, скажем так, опять же, исходя из выше сказано, то, что мало действий. Вот это вот основная ошибка. Михаил, большое спасибо, я вас больше не задерживаю, я вам желаю больших успехов, и вам очень большое спасибо за отзывчивость. Спасибо вам тоже. Успехов. Спасибо за готовность помочь, да, всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. До свидания.